Здравствуйте, уважаемые наши клиенты. С вами Скрипко Ольга. И сегодня я хотела бы вам рассказать про новое поступление таких миксов, как Альди. То есть это такие волшебные коробочки, которые у нас получились из двух тон пришедшего к нам Альди, Краны, Ватсон, Блюсен. Такие вот замечательные марки бюджетного эконом-варианта, как в Германии называют этот товар. В принципе, у нас он здесь очень ходовой, повседневный, бюджетный. И мы для вас сделали такие сортировки, которые, я думаю, будут пользоваться популярностью. Даже вот сейчас, сколько мы сделали из большого количества Альди сортировки, не остался домашнего обихода, который был у нас по 5 евро. Вот, это на будущее, чтобы вы знали, что он у нас обязательно будет. А сейчас я вам расскажу, что получилось у нас из того, что было. Значит, вот такая прекрасная обувь. Она у нас по 10 евро, 10 килограмм в упаковке. Здесь будут вот такие замечательные замшевые, из натуральной замши, из натуральной овчины ботиночки. Даже полусапожки я бы их назвала. Вот их здесь будет две штучки вот таких. Потом вот такие уги. Очень теплые, тоже натуральный мех, натуральная замша. Мужские рабочие ботинки, тоже здесь натуральная свиная кожа с таким вот даже носочком уплотненным. Тоже здорово здесь, 44 размер. Вот такие сапоги натуральные, замшевые. И пошли уже не натуральные, но очень классные ботинки на каждый день. Вот такие вот стильные кеды под замшу с мехом внутри. Резиновые сапожки, тоже такие полусапожки. Ботиночки на белой платформе такой, мужские. Кеды вот с такой вот красивой вставочкой леопардовой. Вот такие вот тапочки из натуральной, здесь такой вот прошивки веревочной. Вот интересные, блестящие на лето. Вот такие кедики. Вот такие тапочки. Вот такие вот еще есть здесь, такие как чешечки для дома. И обычные кеды, классические, мужские. Вот такой ассортимент, очень интересный. Можете посмотреть на нашем сайте. Цена здесь будет за штуку варьироваться от 600 до 650 рублей. Ну, смотря какой евро, конечно. Но в данный момент это пока так. Вот сейчас я вам буду рассказывать про наши вещи и про сортировку, которая у нас получилась. Сейчас подвину маленечко. Так, значит, первый у нас идет нижнее белье. Три с небольшим килограмма. В белье будут трусики мужские, вот такие вот. Тут они идут как комплектиками. Будут топы. Все показывать не буду, все подробнее посмотрите в наших видеообзорах. Топы хлопковые. Бюстгальтера разного размера, тоже очень приятные, качественные. И также купальники будут. Есть раздельные купальнички, есть совместные. Много очень будет трусиков, коробочков. То есть вот такие вот мужские, как боксеры, так и будут плавочки. И также будут присутствовать женские трусики. Стринг здесь мало. В основном здесь идет хлопчик. Вот, посмотрите, очень интересный набор. И небольшая будет фасовочка. Цена будет 15 евро за килограмм у белья. Вот. Я думаю, что это достойная позиция и себестоимость недорогая. Сейчас я вам скажу, по 100 рублей здесь получается. Но там даже в коробочке может быть двое трусиков. Может встречаться даже маечка. То есть эта цена, я думаю, хорошая. Также очень интересная вот коробочка у нас. Лотики по 11 килограмм. Это пижамки. Женские и мужские. Вот такая вот пижамка может встретиться кому-то. Может встретиться вот такая вот ночнушка или платье для дома. Мужские комплект. Размеры очень хорошие. От S-ки идут и до XXL. Хлопок трикотажный, очень приятный. Вот такой. Может быть комплект мужской, немножко другой. Женские могут быть не в упаковке, но очень замечательные. Сейчас я вам покажу, если найду. Вот такие вот комплектики. То есть такая вот танковочка, да? Беленькая просто, вот с таким рисуночком. И вот такие штанишки. Вот. Очень замечательный набор. Я думаю, их много не бывает. Цена 13 евро за килограмм. Тоже посмотрите.
тоже я думаю, что эта позиция не останется незамеченной. 11 килограмм всего. Стоимость пижамок 240 рублей. Так, следующая позиция. Это у нас спорт. Спорт у нас по 10 евро. В основном здесь будет синтетический материал. Очень много будет вот такого товара, как лосины и брюки. Такие из лайкры. Очень удобные для прогулок. Не только для спорта, но и само собой и спорт. Очень много фирмы Кране в этом ассортименте. Футболки мужские и женские. Будет также вот такие вот замечательные комплекты. Они бывают с лосинами, бывают без лосин. Очень удобные, как и поддевку иногда надевают. Будут также здесь встречаться лыжные брюки. Где-то двое-трое лыжных брюк точно будет. Ветровки будут встречаться. Вот такие брючки. Так, это у нас футболка. Есть такие еще брючки для занятий йогой, спортом. Олимпийки обязательно встретятся. И вот то, что я говорила про ветровочки. Вот в план такой ветровок. Мужские и женские. Вот. Вот такой вот спорт замечательный у нас. Он получается себестоимость приблизительно тоже по 200 рублей. Вот цена 10 евро за килограмм. Обратите внимание, всегда спрашивают спортивные вещи. Очень хорошие, очень качественные. Дальше идут футболочки. Футболки мужские и женские. По 5 с небольшим килограмм. Вот такие фасовочки. Посмотрите, какая замечательная футболка, да, то есть в комплекте, который и на подарки можно, и просто можно даже на каждый день использовать мужчинам. Вот, видите, тоже, как замечательно будет смотреться в магазине в упаковке товара. Вот такой вот. Это я все мужское пока достаю вам. Также здесь будут и женские футболки, очень красивенькие. Но не могу сказать, что прямо они там со стразами или еще что-то. Нет, на каждый день хлопок для дома, для спорта, для прогулок. Вот такая вот в упаковочке футболочка. Вот такая женская, посмотрите, прелесть какая. Вот такие футболочки у нас по 5 килограмм, как я сказала. Получаются они у нас 180 рублей. Так, следующая наша волшебная коробка, это детская. Детская у нас по 14 евро за килограмм. Здесь будет и обувь, здесь будут и куртки детские встречаться. Может быть, где-то куртки есть отдельно детские, но у нас все это будет в одной коробочке. По 10 килограмм они идут. И носочки, и колготочки, и шапочки. Все здесь будет. Демисезонный товар. То есть, смотрите, будет, например, вот такой сарафанчик летний. Ну, будет и толстовочка вот такая замечательная. Вот такой вот платьице на девочку. Посмотрите, какая прелесть. Вот такие вот кедики. Носочки в комплекте. Посмотрите, как здорово. Какая замечательная толстовочка в упаковке. Джинсики будут. Видите, разного возраста абсолютно все. От 0 идет он до 14 лет. Будут и носочки маленькие. И шапка будет встречаться. И футболочки будут встречаться. В общем, все-все-все. Более подробно посмотрите на нашем сайте. Цена у него 14 евро. Детская у нас получается где-то около 200 рублей за вещь. Но вещи здесь все такие крупные. Понимаете, не будет там каких-то маленьких трусиков или маленькой футболочки или маечки. Все здесь достаточно крупное, ходовое на каждый день. И вещи достаточно интересные. Вот. Яркие и качественные. И последнее, что я хотела вам показать, это Никс. Он у нас, запомните эти цены, 4,9 евро за килограмм. Мешочки идут по 15 до 17 килограмм. Вещи здесь в основном сборочка получается. Это брюки, джинсы, джемпера. Вот такие, посмотрите. Брючки хэбэшные, джинсы. Будут также здесь и блузки. Будут также здесь кардиганы встречаться. Также будут встречаться стелечки. То есть такой комплект и стелек тоже очень замечательно. Брючки женские. Такие вот хорошие очень брюки большого размера. ХБшки очень много. Мы ее не убрали в спорт, потому что все-таки в спортивных миксах больше идут для спорта и для
прогулок вещи. Вот лосинки вот такие, посмотрите. И он будет как-то, знаете, более интересный, разнообразный этот микс. Брюки вельветовые, женские. Размеры здесь всякие разные, хорошие. Вот такой микс. А, еще будут рубашечки мужские здесь. Сейчас какую-нибудь кофточку найду, красивую. Или вот, например, толстовка и штанишки женские. Или вот такой, например, джемперок. Сейчас, секундочку. Вот такие джемперочки будут, посмотрите. Трикотажные, очень удобные на каждый день. Вот такой ассортимент мы вам хотим представить. Очень будем рады, если будут на них ваши отзывы какие-то, да, интересные, предложения, может быть. Вот. А так, посмотрите, уже много позиций проданных. Мы просто не успели за вам заснять это видео. Поэтому ждем ваших заказов, предложений. И рады будем вам все рассказать. С вами была Скрипка Ольга. Всего доброго. До новых встреч.